Ну, а в Ивено-Батантайском районе до сих пор действует автозимник. Правда, до его закрытия остается чуть больше 3 недель. К 29 мая должны выполнить план завозов 300 тонн сена для местных крестьянских хозяйств. Половину от этого объема получат фермеры, оставшиеся 150 тонн передадут генофондному питомнику Батантай. Отметим, на сегодняшний день завезено всего 120 тонн сена. Тем временем по линии ЖКХ в районе завершается перевозка топлива. Всего за отопительный сезон завезли около 4000 тонн нефтепродуктов. Мощность работы котельных у нас увеличился в связи с реконструкцией котельной номер 2 «Баня» и котельной номер 9 «Школа». Котельная номер 9 «Школа» в селе Кустур. Подключены 42 дома и планируется подключить КСК. Культурно-спортивный комплекс. Во второй котельной бане подключено 8 жилых домов. В связи с тем и увеличено потребление котельного топлива и завезено большее количество тонн.